Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики канала Записки Мастерия. Продолжаем сбор кукольного дома в викторианском стиле. И это у нас вторая серия. Ну что ж, перед нами тут три журнала. В каждом журнале своя инструкция по сборке. Сейчас все рассмотрим и приступим к строительству дома в викторианском стиле. Значит, 24 номер. И здесь... Следуя инструкции, нужно будет приклеить пол для кухни и левую боковую стенку. Да, здесь размеры все указаны, сколько что отмерить надо. Все понятно, все тут ясненько. Вот так оно будет выглядеть на этом этапе. 26 номер. Здесь нужно будет приклеить пол для гостиной. Все написано, как разметить надо. И завершается этот этап установкой правой боковой стеночки. Так, и последний 28 номер для этой серии. Здесь нужно установить задний профиль для пола второго этажа. Тут его разметить, померить и покрасить. А, не, еще и приклеить его. То есть здесь предлагают этот профиль для пола приклеить. Ну что ж. Все понятно, все ясненько, все доступно. Приступаем к сборке.
Вот и завершился очередной этап сборки кукольного дома в итальянском стиле. Немного отошел от инструкции. А именно сначала я установил обе боковые стеночки, левую и правую. И только после этого занялся полом. Разметил его и установил куда надо. Это вот пол кухни, а это пол гостиной. Не знаю, для чего было так разделено. На мой взгляд, мне так было удобнее сначала установить боковые стенки, а потом уже заниматься полом. Также я не покрасил и не приклеил задний вот профиль пола второго этажа. Посмотрел в следующие выпуски, что там ждет меня. И пришел к выводу, что я вот пол второго этажа сделаю отдельную серию по сборке этого элемента. Потому что пол второго этажа разбросан там на несколько выпусков. Вот в этом выпуске сначала этот задний профиль, потом там половинка, вторая половинка. И только потом все это устанавливается. И на мой взгляд очень удобно, потому что сначала устанавливают пол второго этажа, а потом начинают клеить обои. Поэтому я сначала поклею обои здесь все на первом этаже, а потом установлю пол второго этажа. Вот. Вот такие вот дела. Ну что ж, впереди третья серия. А у меня на этом все. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания.